первое мое яркое впечатление, встреча с музыкой, это пианино у одноклассницы Люси. И вот я в гости прихожу, только пальчиком прикасаюсь, и уже от этого божественного звучания мне хорошо. Повезло, как раз примерно в это же время у нас в Шипуновском районе открылась первая музыкальная школа. И, естественно, мы с Люсей пошли в музыкальную школу. Она как пианистка, я как баянист. Ну и потом вот этот вот интерес к фортепиано у меня остался и в музыкальном училище. Ну, там еще добавился у меня инструмент дополнительный – балалайка. И потом решил поступать не по классу баяна в консерваторию. Сначала институт культуры я окончил по классу балалайки, а потом уже через некоторое время консерваторию. Мне все было интересно. И классическая музыка, много сонат Бетховена переиграл, и русская народная музыка, обработки русских народных песен и как на баяне, так и на балалайке. Ну, кому что. Да, кстати, я еще и увлекался в духовом оркестре на трубе. У меня своя труба была импортная. И в эстрадном на саксофоне. И саксофон был. Когда по распределению меня направили в Шипуново, там, где я родился, вырос, учился, на работу в школу искусств. И я сразу же работал как преподаватель. Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара. И ремонтировал музыкальные инструменты. Фортепиано, баяны и так далее. А потом уже, когда я переехал в Барнаул, естественно, меня тоже взяли балалайщиком в оркестр, тогда еще он не назывался «Сибирь», просто городской самодеятельный оркестр. Мы часто ездили на гастроли в Москву, посещали музыкальных мастеров, выбирали для своего оркестра новые инструменты. Вот. Ну и, естественно, я присматривался, внутреннее устройство инструментов я уже знал. И вот тут, значит, родилась у меня мысль: не боги горшки обжигают, попробовать самому сделать инструмент. Ну и первый инструмент, который мне пришлось сделать серьезный, это был алтайский топшур. Я сделал для Нагона Шумарова, это алтайский кайчи, певец-сказитель. Ему понравился, он мне заказал второй для театра. Ну и потом, значит, родственный алтайскому топшуру кили, это смычковый инструмент. А потом, значит, они меня попросили попробовать сделать шаманский бубен. Они готовились к турне по миру с шаманской мистерией и заказали мне 13 шаманских бубнов от маленького и до самого большого, который только можно в руке удержать. И дальше меня познакомили со скифской арфой, ну, которая экспонируется в Эрмитаже. А нашли ее в Горном Алтае, но вот по этим останкам инструмент был практически никакой. В двух частях даже слепили, тогда только поняли, что это был музыкальный инструмент. И в таком вот он, как сказать, полуразрушенном состоянии экспонируется. Вот. И алтайцы меня заинтересовали, нужно бы вот этот инструмент возродить, воссоздать, чтобы мы на нем играли. И я начал над этим работать. Тут подключился музей, Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Вот первая арфа по заказу музея так до сих пор там и экспонируется. Когда я сделал свой первый инструмент, уже я понял, что раз получилось, надо продолжать в этом направлении. Ну а потом, значит, от топшура и от скифской арфы перешел к гуслям, видите, русские народные инструменты пошли, балалайки, и сувенирные есть, и для детских садиков балалайки делаю. Маленькие. На них можно играть и калинку, и другие русские народные песни. Есть и такое, что просто как бы случайно, что ли, какие-то мысли в голову приходят. А что, если сделать вот так? А что, если сделать вот так? Без всякого заказа. Самое интересное – это придумать. Если идеи нет, то и дальше ничего просто не будет. Ну, конечно, мастера есть, и в основном мастера, которые по готовым чертежам просто делают инструменты, они, значит, углубляются в качество, работа над качеством звучания инструмента, ничего не меняя. Ну, во-первых, изобретатель, он от чего становится изобретателем? Из-за того, что возникает какая-то проблема, и ее нужно решить. А чтобы ее решить, значит, нужно долго думать и что-то придумать новое. Поэтому здесь нужны энтузиасты. Но бывают мимолетные изобретения, просто безделушки.
ну, как сказать, не совсем безделушки, но, допустим, на дверь повесить какую-то музыкальную игрушку. А сувениры — это как бы побочное, потому как мы легче тогда с людьми общаться, когда что-то он увидел, раз, интересненькое, простое и доступное, допустим, приобрести. Те же самые гусли вот маленькие сувенирные взял, и уже на них можно играть. Поэтому надо, я считаю, чем разнообразнее деятельность, тем интереснее. Я начал участвовать в фестивалях, выставках, еще не был народным мастером, просто интересные свои инструменты решил показать, и всем понравилось. Потом, значит, я подумал, что у нас же в Алтайском крае есть мастера еще, как бы вот нам объединиться в одну общественную организацию — Центр многострунных инструментов народов Алтая. Вместе же интереснее. А цель у нас, нашей организации, популяризация игры на гуслях и других редких музыкальных инструментах. Практически с нуля мы это дело начали. И изготовление музыкального инструмента с нуля, и искусство игры. Ну, сама конструкция инструмента, она уже диктует, как какие-то приемы игры. Все добродушны, так сказать, доброжелательны к нашему делу, к нашему искусству, и по мере возможности помогают. Так что все развивается хорошо. Но, конечно, желательно бы, чтобы можно было бы классы открыть не только в крупных музыкальных школах, допустим, города Барнаула, но и в крупных городах. Это в Бийске, в Рубцовске. В Шипуново с детского садика уже играют на гуслях на моих. И мы с сыном там выступали. Я его обучил играть на гуслях звончатых 12-струнных. Кстати, тоже хотелось бы больше, чтобы внимание обращали на то, чтобы возможности показать русские народные инструменты были, и чтобы звучала натуральная музыка, акустические музыкальные инструменты. В идеале быть полезным людям, обществу, не только среди барнаульцев, но и по всему Алтайскому краю, заниматься популяризацией искусства игры на гуслях. И, естественно, развитие какое-то должно быть. Во-первых, надо множить инструменты среди населения Алтайского края. А если инструментов не будет, то как ты будешь заниматься популяризацией игры, правильно? Это на первом месте изготовление, а дальше уже продвижение. Поиск музыкантов, которые могут преподавать этот инструмент. Тогда у нас Барнаул станет центром искусства игры на редких музыкальных инструментах.